Продолжаю свои скитания. Фу, весь потевший. По горам Миачана на горнолыжном Халдами. О, весь мокрый уже. Небольшой вот пешеходный подъем. Опа, отстегнулось. Что это у меня? Так, сейчас пауза. У меня нехорошо себя ведет зажим. О чем решил отстегнуться вдруг? А! Все. Да, ведуха такая же классная, как в прошлый раз. Вот дальние горы видны, Сихотэ-линия. Причем вообще весь хребет за Амуром. Честно говоря, может даже и получше. Хотя вот дымка в области, где Хуми, там похуже. Но вот в эту сторону просто что-то феерическое прям. Километров на 90-110 я смотрел по карте Гугла, то есть прямую прокладывал, там что-то в районе 96 километров. Ну так, строго не определишь, может больше даже. Потому что вот по тем вершинам неясно. Я вот хочу сейчас скатиться. Вот здесь пухляк есть. Но я вырулить сюда не смогу, к подъемнику. Мне придется по правую идти и там к Бугелю подрулить через лес и снять все это. Но перед этим я покушаю. Не знаю, а потом опять второй раз сделаю пешеходный подъем, потому что у меня уже все как бы спуски сгорают. На Бугеле зайду и покачусь в самый низ. Вот я единственное не решил, когда, ну, наверное, я все-таки кайфану позже. Сейчас спущусь. Сейчас просто попью чаю, съем бутерброд, а кайфовать буду несколько позже с одеялом. Второй раз, когда заберусь. Ну, вспотел вообще. На удивление. Тут уже, в принципе, я пришел, уже вон камушки начинаются. Еще каких-то 70-100 метров подъема. Ну, тепло стало, все, ветер прекратился, который дул. Хочется снять три брата там, все остальное. Может, там тропа все-таки появилась. Снегоход сейчас проехал. Думал, я тут первый буду. Куда там? Два сноубордиста прошло передо мной. И вон еще два. Нарушили девственность, так сказать. Не везет мне с девственностью. Вечно кто-то влезает вперед меня. Ага-га. Видите, как задорно все. Как у задорного. Одна проблема — камера, зараза. Экшен замерзает на морозе. Конечно, по пухляку, ну вот свежевыпавший снег, в прошлый раз такого не было. Был такой жесткий наст, а сейчас сказочно, вот там я проехал. Не знаю, она вся снялась, не вся. Надеюсь, что вся. Батарейка у меня сейчас греется и заряжается от аккумулятора. И запасная еще есть. Ну, как бы, вещь такая ненадежная, эта камера. Летом снимает хоть бы хны. А зимой категорически залупается. Поэтому людей с квадриком еще я тут зазвал. Не знаю, рискнут они подняться, нет. Вот где надо квадриком снимать. Туда к техногену, к шуму неохота идти. Хочется где-то сесть. Ну, вон, пойду вон, к Сланечку. Какой-то уютной. Ну, там уже все, там вон камни уже. Уютной такой обстановочки. Чтобы просто был кайф. Чтобы все было прекрасно. Уф. О, тут ветерок слегка идет. Ага, ну, вон видно, даже по дыму слегка так поддувает. Это вот кедровый Сланник. О, глубина сразу появилась. А рядом листвяк. Ну, что может быть прекраснее? Скидываем рюкзак. Все это хозяйство. Связи тут нет. Достаем термос. Достаем бутерброды. И, в общем, понеслась. Термос тут это. На всякий случай еще кружку, мало ли. Мало ли кто вдруг греть придется. Бутерброды где-то там. Булочки. Ой, да все полно. Короче, все. Вот такой вот вид. Не знаю, на полнометражный фильм хватит.
как бы, ну, хочется отмонтировать кино, но сами понимаете. И это время, сейчас что-то заглючил у меня комп окончательно, программу стер, когда он у меня умирал. Шишка вон объеденная, ну, старая, кстати, шишки, может, будут через года два. В этом году он будет свисти. Все, вот такая вот.